К новостям спорта. Орловские кикбоксеры вновь на пьедестале. Сергей Чадин завоевал титул чемпиона ЦФО по кикбоксингу среди профессионалов. Титульный бой прошел накануне в Козельске. Оппонентом Чадина стал москвич Егор Димакин. Он, кстати, является действующим чемпионом столицы по тайскому боксу. Но Чадин с первых минут боя взял инициативу и отправил соперника на настил ринга в первом же раунде. Чистый нокаут принес Сергею еще одну знаковую награду в актив.